ты начал играть в Сталкрафт и не знаешь, какую броню крафтить, я тебе подскажу, с чего начать. Без разницы, ты играешь за сталкеров или за бандитов, на начальной локации советую тебе скрафтить боевую броню. Куртки с бронежилетом тебе хватит для выполнения всех квестов на болоте, зачистки спотов с ботами и перехода на кордон. Перейдя на кордон, сразу лутай тайник шамана, в нем ты получишь броню, которая тебе поможет в начальном изучении кордона и фарма. На кордоне я тебе советую крафтить исследовательскую ветку брони, так как она сбалансирована по отношению к пулестойкости и воздействию аномалий. В ней и постреляться можно, и не так аномалий страшно. Но советую параллельно крафтить еще и научную ветку. Хоть в ней и нет совсем никакой брони, но очень высокая защита от аномальных воздействий, и она тебе пригодится в дальнейшем для крафта в баре. Не скрафтив ее сейчас, тебе придется возвращаться на кордон потом для ее крафта, так как лутать зараженные локации без научной брони невозможно. Скрафтив эти виды брони, ты готов идти в бар. Придя в бар, не откладывай прохождение сюжетных квестов. Доделать их не затратит много времени, но по завершению прохождения ты получишь очень хорошую броню, в которой можно чувствовать себя уверенно на начальном этапе. К этому времени ты уже сам поймешь, какая броня тебя устраивает полностью и что ты хочешь скрафтить. Если тебе понравилось видео, то поставь лайк и подпишись, это лучшая мотивация. А я хочу пожелать тебе удачи в зоне. Хорошей дороги, сталкер.